Майнкрафт, но цветные прятки. У нас есть огромная зона желтого цвета. Наши скины также желтые. Один ищет, двое прячутся. Тебя лайк и подписка. Так, короче, ребята, я вам предлагаю скинуться на камень, ножницы, бумагу. Кто же из нас будет искать кого? Я, кстати, не понимаю, где кто. Что? Я не понимаю, где кто. Мы близнецы, просто посмотрите на нас. Непонятно, где кто. Так, давайте, камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О! Yeah! А кто ищет? Это ищу. Ты, Витор! Да, победил я. Всех! Витор, ты готов? Ты будешь искать нас среди вот этого желтого поля огромного. О боже, я надеюсь, это будет легко. Так, что мне делать? Просто сидеть, тебе надо считать. Вот поворачивайся, отворачивайся. Давай, не слушай нас. Да, не слушай нас. Я считаю до пяти и иду искать. Нет, до десяти. Витор! Четыре! Нет, пожалуйста! Пять! Ой, кого-то увидел! Кого-то увидел! Или нет? Или да, или нет? Нет, показалось. Да никого ты не увидел, Витор. Витор, эта карта может сыграть с тобой злую шутку. Тут везде как будто вы стоите. Да, вот, видишь, оно тоже так кажется всегда. Я боюсь, на самом деле, того момента, когда я буду искать, мне кажется, я никого не найду просто. Ага! Что? Как ты меня нашел? Как ты меня нашел? Ты меня должен был мечом убить. А, да? Да блин, ты ничего не сказала. Иди, 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 заново ищи, иди, заново ищи. Нет, не убил, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Окей, даю тебе еще 3 секунды, чтобы спрятаться. Раз, два, три, все. Блин! Да нет! Ну так ничего! Минус на стенке. Я победила! Курочка бегает. Лена, это ты замаскировалась курочку? Да-да-да, это я. Да я вообще уже по морю плыву от вас далеко-далеко. В лодке. Лайфхак Лианы с лодкой я запомню на всю свою жизнь. Она меня этому и научила, между прочим. Очень... Что? А где? Слушай, даже ну, давай, я давай, ее давай, не вижу. Попробуй найти меня. Нашла, что ли? Или ты бегаешь, Витор, это кто ты? Это? Это Настя. Это не я, вас рядом нет. Это кто там стоит? Я подумала, что это Лиана бежит. И такая, нашла Лиану. Нифига подобного. Слушай, Витор, у тебя есть хоть один намек? Все желтое. Да нет. Эта территория слишком огромная для 3 человек. Я вообще не представляю, где она может быть. Ищите. Вы сможете. Тут не так, типа, не так сложно. Почему? Почему я не убежала настолько далеко, как ты? Я не понимаю. Капец тут. Дошла? Молчи, молчи, молчи. Что? Тебя Витер должен найти. Давай, давай. Что? А где? Я нашла ее. У меня еда кончилась, я не могу бегать. Витер, где же ты? Я иду. Блин, а где ты была, Настя? А я не знаю, теперь попробуй еще и меня найти. А в смысле, тебя я уже нашел, камон. Не, вот теперь сейчас найти, чтобы я подсказала тебе, где Лиана. Нет, ты бегай, бегай, чтобы я тебя увидел. Нет! Я могу сказать, что я под деревом. Я под деревом, под желтым деревом. А тут их миллиард. Нет, ты че? Привет, Витер. Откуда ты пришла? Ну ты смотришь в правильном направлении. Ту-дум. Откуда ты знаешь? Ту-дум. 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 Нет, нашли, нашли! Не надо, не надо. Ой, нет. Почему ты не умираешь? Нет, у нее больше нет. Ой, чего. Блин, где я? Кто я? Ребята, мы изменили игровые правила немножечко, и теперь будет искать тот, кого найдут последним. Получается, что я еще хорошо отыгралась. Вот такой вот лайфхак, ребята. Как говорится, ваша игра, ваши правила. Так, ну что, тогда я сейчас скидываемся. Давайте, ребят, давайте. А, реально, я думала, скидываемся на камень, ножницы, бумага. Ё-моё, глупышка. Так, только, Лиана, считай до 10, пожалуйста, а то мы не успеем спрятаться. Хорошо, хорошо, все, стою к дереву. Давайте, я вас вижу. Нет, отворачивайся. Ладно, ладно. Все, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Зайчику так было круто. И стал как Наруто. 6, 4, 5, 4, 2. Я иду искать. Братва! Я только что сама придумала. Красава. Офигеть. Так, все. Я выпила зелье. Давайте, давайте, где вы? Я вас сейчас так найду и так уничтожу. Я вижу уже одну курицу. Ну ладно, это не один из это вас. Настя? Да, я вижу уже одну курицу, это Настя. Ну, я думаю, что вы по стратегии убежали дальше. Так, только не бегаем, пока я тут ищу. Я вас так как бы это... Я стою на месте. Я стою на месте. Так, за деревьями что-то нет у вас. Витер, знаешь, что самое стрёмное, что я не вижу ее никак. Я просто не понимаю, где она может быть, даже если она рядом. А я видел, куда она пошла. На F5 нажми. А я не вижу. Она пошла далеко от меня. Ё-моё, ребят. Сейчас еще Лиана меня найдет. А теперь бежит. Витер, я же тебя сейчас найду как.
Идет с куском мяса. Да блин, где ты? Я буду очень сильно смеяться, если Витер просто сверху над ней следит. Я вижу какого-то чувырлу. Так, это Витер или курица? Ну, слушай, по-моему, это просто блок. Это Настя? Сейчас проверим. Что? Черт. Витер, почему ты не дался? Ты чё меня палишь? Привет. Привет. Ну-ка, Витер, давай на место. На место, возвращайся ко мне. Он прячется дальше, чем я. Что это? А что это на место? Так, одну курочку нашли, ищем вторую. Ну, раз ты здесь был, я думаю, что Настя где-то внизу. Ой, а где Витер был? А я вижу Настю. Где? А я вижу Настю. Настя. Чего? Вот ли ты? Блин, перепутала, обозналась. Серьезно, ты меня с Витером перепутала? Нет, тут какой-то квадрат был похожий на человека. Каким образом? В порядке цветами, это топ, ставьте лайк, если хотите больше. Я видела тебя, как ты аккуратненько шла. Или это Витер был? Блин, вот не поймешь. Витер, а ты где? Я летаю. Летаешь? Блин. Блин, где ты? Я сейчас как приду, как жмыхну. Я прям очень хорошо тебя видела, очень хорошо. Ой, ё-моё. Значит, было горячо там. Ёпарас, это тут все одинаковое. Так, где ты можешь быть? Интересно, интересно. Может быть, где-то наверху? Ты чё меня пугаешь? Я думала, это Лиана. Это ты наверху стояла или Лиана была? Это я был. Блин, это не Лиана была. А, то есть я вообще не в том месте ищу. Да, я там вообще двоих заскамил, получается. Витер. Горячо-холодно, давайте. Давайте, Витер тебе будет подсказывать. Так, а мне сначала понять, где ты. Ты пэшнись ко мне. Ты на меня смотришь. Подожди, я сначала запомню, где это место. Ты на меня смотришь. Я запомню. А потом пройдет мимо. Так, ты тут. Холодно? Погоди, а с какой мы стороны? Давай сначала наверх поднимемся, и тогда будет понятно. Давай, давай. Так, все, я понял. Так. Как в какую сторону ты пойдешь, Лиана? Туда. Хорошо. Тепло. Тепло, тепло. Теплеет. Очень холодно. Блин. Холодно, возвращайся. Ага, я вижу тепло, Настю! Горячо. Кого, что, Лиан? Я вижу тебя! Я тебя нашла! Вот так вот. Где? А как ты меня нашла? А я тебя видела, как ты двигаешься тут где-то. Блин! Вот где. Блин, только где? Опять холодно, очень холодно. Очень холодно, Лиана. Да блин! Мне кажется, это опять блоки были, Лиана, не я. Да нет, я видела реально. А, блин. Холодно здесь? Да, холодно, очень холодно. Надо мной мясо лежит. Кто выбросил? Ага! Ой, у меня аж челюсть вывихнулась, господи, как больно. Блин. Слушай, ну жесткое место. Мне кажется, я его увидела и, короче, пошла дальше, потому что не поняла, где это. Ну что, вы готовы, ребята мои, дети мои? Начинается самая интересная часть, потому что на охоту выходит тетя Настя. О, нет. Баба Настя. Бабка Настя. Готовы? Чур-чур мечи не юзать, а то еще начнете меня бить в ответ. Хорошо, хорошо. Все, давайте, я отхожу давай, к дереву. Давай, покажи, насколько считаю. Ты профи. Давайте. Я считаю до 5 два раза, потому что не могу до 10. Раз, два, три, нет. 4, 5. Я считаю до 5 второй раз. Раз, два, три, 4, 5. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Ты что, издеваешься? Я спряталась. Ты серьезно? Ты думал, что тебя не видно? Я думал, ты в другую сторону развернешься. Ладно, считаю еще раз. Я считаю до 5, не могу до 10. Пошли какие-то как они называются? Колядки или как? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Поехали. Ты спрятался, Витер? Да. Я спряталась. Так, я видела, Витер в эту какую-то сторону побежал. Сейчас будем искать. Мне кажется, на изи вас будут найти. Что такое? Ничего. Что, прошла мимо? Нет. Господи, Лиана, я тебя очень сильно понимаю, меня глючит. Меня очень сильно глючит среди всех этих блоков. Вообще Витер тут свинья, это ты? Да, мини-пых. Так. Ой, я тут такое место засел, можно сесть и просто расслабиться. Так, значит, ты где-то глубоко в жопе. Хорошая информация, инсайдерская, так сказать, такая вот. Не-не-не, Витер, я тебе не верю, слушай. Мне кажется, значит, ты где-то внизу, правильно? Наверное, а может быть и вверху. Нет, наверху ты не мог засесть так жестко. А может, мог, ты могла мимо нет, пройти. Нет, я под деревом. О, Лиан, спасибо, это так мило. Я иду тебя искать. Ты меня не найдешь под деревом. Почему? Да я тут слилась с природой. Слияние с природой. Полная медитация.
Я выхожу на охоту снова. Одно целое чисто. Мне кажется, ну кто-то из вас внизу, это 100%. Я так думаю. Либо вы меня заскамили, и вы на самом деле на видном месте, а я вас не вижу. Все может быть, Настя, все может быть. Все зависит только от тебя. Давай, Настя, ты сможешь. Спасибо, спасибо. Правда, я тебя даже ни разу не видела. Не видела, говоришь? Витар. Сейчас меня найдешь как-то. Что? Витар. Что? Не хочешь остановиться? В смысле остановиться? Я сижу. Ты мне врешь. Я слышу клавиатуру твою, ты мне врешь. Я сижу, я прыгаю просто на месте. Ну это не Лиана. Да стой ты уже, что это такое? Да я сижу на месте, я же говорю. Он меня троллит, нет. Да я сижу. Лиана, ты сидишь или ты бегаешь? Я вообще стою просто. Я верю Лиане. Это Витер. Нифига ты ушел. Сюда иди, жопа твоя вонючая. Там погоня. Жопа твоя вонючая, иди сюда. Лиана, ты бегаешь? Да это Витер, это все Витер бегает. Какашка. Лиана, да ты. Я Лиане как-то больше доверяю. Так, хорошо, я выпила зелье скорости. Я тебя догнала. Теперь я понимаю, что Лиана где-то была рядом. Вот прям рядом, потому что она такая... Погоня, бегают. Значит, она где-то здесь. Да я услышала вас просто. Да. Знаем мы этих, услышал. Витер, на что ты надеялся, когда ты бежал? Да я просто глубоко засел. Я думал, что... Ну, пожалел тебя, короче. Я... Мне не нашла там. Почему? Настя, меня тут... Там такое место было, просто жесть. И, короче... Настя, вот... я так спряталась, что ты меня никогда я не думаю, найдешь. Я думаю, Лиана где-то тут. Не-не-не, там скелет, Витер, уходи. Что, ты меня не заметила? Серьезно? Да, ты только что рядом со мной пробежала. Как? Где ты? Я, как кажется, это? Тебя вижу, я, кажется, тебя как вижу, это? Да! Нет, это не я! Да, это не я! Я тебя... А, стой! Зелье скорости! Нет! Офигеть, это было оверсложно. Минус реально, один ребята. Миллион. Ищет Лиана, потому что я ее нашла последней. Давай, держи тебе мой меч. Витер, дай зельку, пожалуйста, скорость. Готовьтесь прятаться. Я готова. Ладно, 1, 2, 3, 4, 5. Вышел в садик погулять. Я пришел домой, вернулся и немножко приобулся. Поперхнулся. 6, 7, 8, 9, 0. Вот мой номер. Боевой. Так, где вы? Я выхожу на охоту. Я на охоте. Все, ребят, готовьтесь. Ультра-пупер, супер-дупер. Простите, мне очень смешно. Я приехал тут искать вас. Так, я приехал супер-пупер. Вот такие вот у меня стихи. Молчи, так, зараза. Ага, кто ржет, блин? Вы там рядышком, что ли, спрятались? То что? Где-то рядышком. Так, погодите, я слышала только что звук. Вы чё, ребят? Лиан, вы чё, прям тут рядом? Лиан, тебе показалось. Да блин, где вы? Мы внизу. Я упал. Куда? Вернись! Вы что, рядом спрятались, сука? Ай, Витер, я не могу тебя догнать! Вы чё, вы где, ёпрости? Куда бежишь-то? Да куда ты бежишь? Я не могу тебя догнать! Нафига ты меня пинаешь? Матушка Родина, давай! Прячемся, Витер, прячемся! Ай! Где вы могли быть? Ну, кстати, такие ямы есть хорошие, в которых можно спрятаться. Очень хорошие. А вас там нет. Но мы там не прятались. Мы не в яме, мы под деревом. Это не обратная психология. И вот непонятно, под каким деревом вы? Под желтым или под желтым? Под каким деревом вы? Вот действительно. Мы я думаю, под светло-желтым. Ё-моё. Спасибо. Добытчик. Вы там, мне кажется, образовали свое дерево. Встали друг на друга и стали деревом. Нет, Витар фигню творит, он бегает. Так, ребята, давайте, мне еще уроки по математике делать. Гороскопы изучать ваши. Как понимаю. Курочка. Ага. Блин, да тут вообще вас не видно, если честно. Это хорошо. Мы сзади. У меня прям сердце колотится очень сильно. Лиана, обернись, ты нас не видишь? Нет. А я на вас смотрю. Видишь? Где? Сзади. Развернись. Развернись. В какую сторону? Назад. Ну, развернись. Еще. Развернулась. Еще раз развернись. Не на 360. Вот так вот смотри. Сюда? Да. Ну, ты видишь нас там? Видишь прямо? Нет. Чуть-чуть правее смотри. Господи, я вас вижу! Я же в другую сторону была повернута, блин. А где ты его нашел? Так он стоял передо мной прям. Витер, блин. Минус Витер. Я на найду. Подкрасться, скинуть тебя с горы. Все, осталось найти Настю. Причина. Ага. Ой. Тут ее нет.
Я мастер пряток. Я самый главный мастер пряток. Не сомневайтесь во мне никогда. Так, это Витер побежал нормальный такой. Нормальный. Нормальный добрый. Такой. О, привет. Ты меня спалил. Прости. Я не думала, что она так близко. Набираем 10 тысяч лайков, и выходит новое видео. А пока напишите в комментариях, каким цветом вы хотите следующие прятки. Ну и посмотрите вот эти вот видео.